Поехали. Дорога всех оставит на своих местах. Где остановиться, где скоро заасфальтируют. У них нормальный подъезд. Так, куда же мне пришпандорить, блин, видеорегистратор? Thank you.
такой резиной можно ехать и по трассе Колыма, и по трассе Лена. Погода — это хорошо, но то, что капли дождя — это не очень.
ударила дорога, направление движения на запад России. Сзади остались далеко Владивосток, Хабаровск. Впереди Чита. Более 1000 километров. Я не знаю, Ерофея Павловича проехал или нет. Не, Ерофей Павлович не проехал. То, что будет там до нее еще развязка на Якутск. И место, где я останавливался на ночевку. Осень. Вокруг желтые, Плискиные деревья, имею в виду. R-297 это указатель дороги, название дороги Ганжа-18, Сковородино 147, Чита 1125. Сковородино. Далеко еще до развязки на Якутске, я имею в виду, она недалеко перед Сковородино начинается расположена. Все-таки Нарзан здорово помог мне, то, что набрал в этих источниках, потому что слово «изжога» как-то у меня отзабылось. Дождик бы еще не моросил, я думаю, были бы идеальные условия для съемки. Солнце не мешает. Конечно, видовой фильм. Теряет свою красочность, свою неповторимость. Но тут, как говорится, не угодишь на все случаи жизни.
Вот птицы косяком полетели на юг, слева, наверное, видно, где регистратор была, в левом верхнем углу. Косяк, косяком летят. На стоянке мегафон, интернет, еле-еле, ну, в формате Е, и сила сигнала была 25%, то есть ничего в интернете посмотреть не удалось. Смотреть указатели на Забайкальск. Что там интересного, не знаю, но Валентин сказал, прикольное место. Вот так вот, прикольное место. И ни хрена не объяснил, на что обратить внимание, что там такого прикольного. В любом городе есть прикольные места. Настроить на город Забайкальск навигатор не смог, не было интернета. Ну, интернет был, но настолько слабый, что Яндекс.Навигатор сказал, в общем, послал подальше. Температура 2 градуса тепла, по радио передали, одна программа, один канал, 100 мегагерц, что во Владивостоке 20 градусов, ну, то есть температура не изменилась. Такая температура была там, когда я там находился. Так интересно, далеко граница Амурской области. Надолго там останавливаться не буду, просто сделаю круг по площадке слева. Thank you.
температура плюс 2 градуса в салоне автомобиля. Ну, довольно неплохо ночь прошла. Не замерз.
Питере на Забайкальск. Он, по-моему, был, я проезжал, что-то такое помню. Но конкретно где, сориентироваться не могу. Сегодня 40-й, 41-й. А, блин, опять забыл. По-моему, 41-й день.
тлеет. Thank you.
стекла. Опасаюсь, не снег ли это летит. Очень похоже на снег. Снег был в этой поездке и в Якутии. И в Магадане. Но больше всего в Якутии. Там снег уже на перевале лежал плотным ковром. Напрягают осадки. Вот мокрый снег, летняя резина. Раньше не было понятия зимняя резина. Летняя резина. Просто была. Есть резина или нет резины. Конечно, и скорости были тогда совсем другие. Точно снег тут. Боковое окно вижу. Характерный. Характерный цвет земли. Низкая посадка легкового автомобиля не дает в полной мере объективную картинку дороги. Потому что видишь, когда уже совсем близко. В этом плане крузовик.
грузовики выгодно отличаются. Стартовал раньше меня. Или это уже другой?